Закончилась наша экскурсия по музею. Мы пришли в магазин. Здесь магазин подарков, чтобы выбрать для Алекса машинку. Что тут за машинки есть? Да, деревянная машинка у Алекса. Тут еще одна выставочная машинка есть. Маленькая. Алекс, смотри здесь сколько интересных машинок. Какую ты хочешь? Ауди? Папа, поможешь нам найти Ауди? Я вижу Мерседес. BMW. Алекс хочет Ауди. Алекс, Ауди. Ауди, папа нашел Ауди для Алекса. Точно, Ауди, Silver Ауди. Покажи нам, пожалуйста, Ауди. Алекс, покажи нам, пожалуйста, Ауди. Такая вот Ауди. Алексу нравятся машинки Ауди. Мы покупаем Алексу. Покупаем Алексу вот такую вот машинку. Будем все машинки туда складывать. Какие будем машинки туда складывать? Вот такую, вот такую. Мы покупаем вот эти машинки Harvios. Мы будем складывать в трак. W? Вот такая вот BMW у Алекса. Будет машинка новая в коллекции. Правда, Алекс? Тебе нравится эта машинка? Да. Тебе понравилось в музее гулять? Да. Мы заканчиваем нашу экскурсию в музей. Подписывайтесь на наш канал Alex and Talin Brothers. Пока, мальчики. Пока, девочки. Всем удачи. Алекс, ты скажешь всем удачи? Всем удачи. Пойдем. Пойдем. Пойдем домой открывать машинки? Да. Алекс, смотри, это что за машинка? Мерседес. Старенький какой, красивенький Мерседес. Длинный какой. Папа нас привел в музей и купил нам машинки. Что надо папе сказать? Складывай свои машинки.
Тебе хорошо положил? Хорошо положил, Машеньке? Закрывайте багажник. Повезли Машеньке домой? Пойдем?